маріонеточний озброєний режим. І до тих пір, поки у нас не буде єдності, до тих пір, поки деякі депутати, деякі представники влади будуть вважати, що чим гірше, тим краще, ми не переможемо. Я прошу вас, я прошу кожного, я прошу особисто тебе, попереджаючи останній раз, вести себе адекватно. Слава Україні! Олександр Федорович, можна слово? Будь ласка. Ідіть, Олександр Федорович. Уважаемые коллеги, уважаемые Лена, я хочу сказать, что вот это то, что ты высказал, часть твоего выступления действительно является правдой, что сегодня есть посылок. Но то, что касается личных взаимоотношений, взаимоотношений, которые связаны непосредственно с работой, с управлением города Николаевым, связано с тем, что сегодня это правда, это факт. На сегодняшний момент мы 3 года не можем добиться прозрачного использования городского бюджета. Сегодня городской бюджет отдается практически всегда и в одни руки. Отдается без тендеров прозора. Все это делается допороговыми закупками. И я, как депутат городского совета, постоянно настаивал на том, чтобы бюджет города использовался эффективно. Настаивали на комиссиях, собирали рабочие группы, и все это закончилось ничем. Сегодня большее внимание, которое возглавляет Степанец Юрий Борисович, это департамент ЖКХ, его структурные подразделения, управление капитального строительства. И только с этим связана моя критика в его адрес. И он знает об этом. И на сегодняшний день он молчит о том, что его заставляют это делать, либо же не заставляют, а просят делать его вышестоящее руководство. Поэтому я бы вас хотел, чтобы вы разобрались в этой ситуации, чтобы вы подошли объективно, не ко мне как личности, а к тому процессу, который сегодня происходит в городе. И вы сами знаете, вам нечего мне предъявить по поводу того, что я участвую в каких-то схемах, которые связаны с разделом городского бюджета. Вы сами знаете это и уверены в этом. И я сегодня буду дальше продолжать критику только ради того, чтобы сохранить городской бюджет, чтобы этот городской бюджет использовался по назначению. И он действительно шел на те мероприятия, которые нужны объективно городу. Поэтому я всегда в диалоге. Если у вас есть какие-то вопросы, если вы не знаете, что происходит в городе, в городском совете и в исполнительной власти, то я вам расскажу и готов с вами бороться. Мною, как депутатом, единственным. Более 18 запросов сегодня передано в правоохранительные органы. По ним уже 6 уголовных дел производства, чтобы вы знали. И вы это можете без проблем убедиться в этом, позвонив в компетентные органы, и чтобы вам действительно подтвердили ту или иную ситуацию. Поэтому, пожалуйста, давайте без угроз. Я всегда готов к конструктиву. Я готов всегда выслушать критику. Если где-то в каких-то моментах я не прав, я готов даже извиниться. Но я еще раз говорю, только конструктивно и только для города. Это мое конкретное слово.